Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новый зарубежный букс, называется «Мой АДС». Значит, проект без вложений и без приглашений. Минимальный вывод отсюда 0,05 центов. Не 50 центов, там 5 центов всего лишь на вывод. И проект платит. Я здесь уже как бы зарегистрирована. И я, естественно, такую маленькую сумму проверила на вывод 5 центов. Значит, регистрация здесь очень простая. Только не помню, приходит письмо на почту или нет. Вход, секундочку, по логину и паролю. Значит, я зайду в свой аккаунт. И так наш аккаунт выглядит изнутри. Я вчера поставила денежку на вывод 6 центов. Мне пришло 5 центов. Сейчас я вам покажу выплату сразу. Вот. Смотрите, дата операции 14 августа. И 18.22 мне пришел вывод. Перевод выполнен. Смотрите, сумма получения 0,05 центов. Комментарий мой АДС. Вот это вот. Обратите внимание. Так что проект платит букс. Без вложений и без приглашений. Я здесь как бы работала одна. И я наклюкала это все. У меня первый день, когда я зарегистрировалась, у меня было всего лишь 4 рекламки, я просмотрела. Ну а на второй день уже там много всыпало у меня рекламок, и я это все проклюкала. И, естественно, у меня набрала минимальную сумму и поставила на вывод. Почему я не делилась? Потому что маленький вывод от WinDraft. Нажимаю, обращаем внимание. Смотрите, 0,05 центов. Так? И почему я как бы не делала видео? Из-за этого вывода. Думала, раз такой маленький вывод. Думаю, наклюкать его не составит труда, правильно? Думаю, поставлю на вывод, а мне еще напишут там, как обычно, пригласите там столько-то друзей, чтобы количество рефералов там столько-то. Ничего подобного. Без проблем я вывела эту сумму. Никого приглашать не надо. Минималочку быстро, как бы, да, насобирать без проблем. Значит, далее, что нам тут нужно сделать? WinDraft я вам показала. Значит, заходим. Так, мы заходим, куда нам надо зайти. Сеттинг. Нажимаем. И прописываем платежные реквизиты. Здесь Perfect Money и Payer. Далее прописали сюда свои реквизиты. Сюда вставляем свой пароль при регистрации. Нажимаем Send. Платежные реквизиты у нас сохранены. И уже можно выводить тогда без проблем. Далее. И партнерская ссылочка. Banners. И вот здесь находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Ну и здесь баннеры, если кому надо. Значит, ну и просмотр рекламки, как в обычных буксах. Значит, сейчас одну просмотрим. Нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Загружается шкала. Это все очень быстро просматривается. Выбираем перевертыш. Все, просмотр завершен. Возвращаемся, закрываем вкладочку. И таким вот образом все рекламки. Вот она стала серенькой. Как бы такой бледный. Значит, просмотры раз в 24 часа. Вот такой вот букс незатейливый. Платит, все супер. И, естественно, я не могла не поделиться с вами. И я не могла как бы пропустить такой букс. Вот у меня, вот я ставила 6 центов, 5 мне пришло. Но они, видать, комиссию там берет. Или Payer, или этот букс. Вот. Ну и, конечно, такая большая сумма у меня прошла мимо почты. Ну что, на этом буду заканчивать. Тут уже сами посмотрите. Здесь что у нас еще есть? ПТС-вал.
Я вот ничего это не делала, я только вот эти рекламку просматривала, форум. Ну что, суппорт, мой аккаунт, ну и главное, страничка выход. Кому интересно, присоединяемся. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.